Всем привет! На связи БСК Крипто. И сегодня у нас на обзоре новый проект с довольно-таки интересной задумкой и быстрой окупаемостью под названием Уран Мьюзик. В этой игре мы будем слушать музыку и зарабатывать. А перед началом этого ролика хочу порекомендовать свой телеграм-канал про инвестиции в криптовалюту, новости NFT, игр, фарминг, стейкинг и многое другое. Ссылка на него будет в описании под видео. Проект совсем недавно запустился и еще большого шиллинга не было. Поэтому для того, чтобы в нем участвовать, нам нужно будет загрузить приложение на App Store или Google Play. Я скачал себе с App Store. Давайте же перейдем туда и разберем, как нам начать зарабатывать. Итак, я попал в само приложение, и как вы видите, у меня уже есть двое наушников. Одни из них эти мне достались по партнерской программе, одни наушники я купил. Они стоили $9. По поводу их окупаемости я скажу немного позже, так как она немного другая, чем заявляется в самой игре. И давайте же купим первые наушники. Для этого просто выбираете наушники, которые хотите купить, нажимаете «Купить», вас переводят на страницу покупки, после чего вы выбираете, можно оплатить также с карты, можно купить и криптовалюты. Я покупал криптовалюты на Binance Smart Chain, собственно, пришло все быстро, и наушники купились, но появились они через 15 минут после покупки. Также все ваши наушники отображаются сверху, вы также можете видеть уровень энергии. Периодически он пополняется, то есть нужно дать наушникам отдохнуть. И давайте же перейдем, разберемся, как теперь нам прослушать музыку. Приложение слушает через микрофон, соответственно, если вы слушаете музыку, то просто включаете приложение рядом, и оно начинает приносить доход. Либо же включаете, вот там есть Free Trial, нажимаете туда и включаете встроенный плеер, который крутит музыку, соответственно, вы зарабатываете. Суть, думаю, достаточно простая и не составит проблем разобраться. В среднем на данный момент наушники за $9 приносят в районе 40 центов. Соответственно, окупаемость у нас около 22 дней. Учитывая, что проект только стартанул, окупаемость достаточно неплохая. При этом можно покупать любое количество наушников. Все они у вас будут отображаться во вкладке «Ваши наушники». Соответственно, вы можете купить не одни наушники за $9, а любое количество. Наушники же по цене дороже, соответственно, и окупаются немного быстрее. 4 дня быстрее. Соответственно, окупаемость у них около 18 дней. Подводя итог, я считаю, что проект достаточно перспективный и есть большие шансы на нем достаточно неплохо заработать. При этом можно зайти всего лишь $9, соответственно, купить одни наушники и развиваться дальше. Я же планирую добавить его к себе в портфель и, соответственно, докупать еще наушников. Планирую пока докупать по $9, а там посмотрю, может быть, возьму и подороже, если все будет отлично с выплатами в проекте. Сами же выплаты можно также заказывать в стейблкоинах. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!